Здорово, друзья, продолжаем Helldiver 2. Куда присоединимся? Давай к кому-нибудь присоединимся. Вейт, не туда. Нужно пушечку на него пробовать. Ни хрена себе, Матарбей. Давай, быстрая игра. Ай, стоять. Блять, стоямба. Нет. Сука. Ай, блять. Сука куда-то выкинула. Блять. Специально меня выкинули куда-то. Москва. Москва never sleeps. Прокол автоматона, да? Чё там, блин, по задаче-то какая херня? Закрепиться в этом регионе 12 минут, я понял. То есть это будет... Значит, это отменяем сразу. Ставим тупо турели. Ставим тупо турели. И огненную херню не будем втыкать. Разведка не нужна. Блять, хуй с вами. Сейчас будете вы прикалываться. Пиу-пиу-пиу. Ну, из Москвы, конечно же, супер гражданин. По-другому быть не может. Сейчас пойдут взрывы, я вам устрою, чуваки. Меня за это выгонят, наверное. Чё там, кого там? А, 12 минут. Сейчас взрываться начнут. Смотрите. Сейчас взрываться начнут, чуваки. Это я устроил. Это я молодец такой, блядь. Так. Меня точно выгонят за вот это вот всякого. За такое поведение. Ой. Я вам сейчас гранату кину, блядь. Гранату. Ты чё? Воздушный налет. Нахер он нужен здесь? И сам ее самого же спанул. Дурак ему турель захерачил, блин. Чего вот там, блин? Outpost destroyed. Так, поехали в бок. В Боквелл. Ща будут ребята в Боквелл. Блять. Всех уже раскуядили. Я турель там кину. Так, мужики, бежим. Так, ужалились. Чё, охеревшие? Долбоёбы, в смысле, блин? Кто там, блин? Сука. Сейчас тебе в спину нахерачит. Кого ты там шмаляешь? Спину ему стреляй давай. Давай. Блять, не в того шмаляет. Ударь ты ему в спину, ёб твою мать. Полетел. Ух ты. Ой, там все сломалось, оказывается. Охеревшие. Гранаты кончаются. Дендроиды вышли.
Мужики, я чё, я один-то остался, блядь. Вот туда надо. Блядь, задрали. Вот сюда. Блядь. Ой! Откуда они вылезли все, я не понял. Суки такие, а. Я еще не ту пушку подобрал. Сейчас взрыв будет. Сейчас поможем, мужик. Подожди. Где тут снаряды? Блять, это не снаряд. Вот. Они еще, кстати, я уже кучу раз обращал внимание, что они выбирают еще, ходят, снаряды выбирают. Какие выбирают? Спихай, что есть, блин. О, кстати, видали, я сейчас иду со снарядом медленно, до этого бежал. Давай. Заряжай. Он тащит. А, он специально, прикинь, роняет, чтобы это быстрее передвижение было. Нифига себе, буду знать. Ху, не знал про это. Блять. Чего я выжил уже? А, они в другое место уже вызвали, да? Ну, мужики, ну вы даете. По красоте. Стэдэнэнэгэл. Ух ты, блядь. Пошли вы нахер. На, пушечку. Угу. В жопу идете, блядь, дебилы, сразу нахер толпой. Суки, атаковали меня. Я вам сейчас турель воткну. Чего там? Вы, мы уже, говорит, все мертвые. А. Дендроид дровяной. На. Пизда, блядь. Чего там, вы с кем там боретесь-то? Толпой. Доступна эвакуация. О, фиолетовые подобрали. Вообще, команда, видимо, нормальная. Ничего не могу вызвать. На. Сейчас что-нибудь кинем. Блядь, нет. Здесь что? Сэмплы насобирали. Ой, еще сэмплы. Че по сэмплам? Блять, 7 из 30. Нормально здесь количество-то. Хорошее количество. Блять. Ой, опять огненную херню вызвали. Ой, он прям туда прилетел, ему сейчас пиздец будет. Чувак, беги. А чё, все, да, спасся. Молодца. Вы херню. Ой, я сейчас вам кузькину мать-то покажу. Кто там шмалил? Блять. Ой, их там, блядь, их там много. У меня, а, гранаты есть, да? Что ты, блядь, жопу, а?
пулеметчик сраный. Иди ты нахер. А вы тут куда лезете такой толпой-то, блин? Активной. Так, мужики, надо валить отсюда. Куда-нибудь. Я от всех отстал. Все, валим. Ой, блядь, танк даже вызвали уже. Сейчас нам будет жутко трудно. Мы говорит, сейчас взорвем нахуй все здесь. Сказали пацаны. Вот он турель. Вон он другую турель. Ой. Буду спасать вас, мужики. Шел ты нахер, на тебе гранату, блядь. Ой, блядь. А что ты как-то жутковато? Я в том плане это. Перезаряжайся. О, блядь, патроны кончились. Нахер иди. Эй, мамочки. Бежим. Урель, давай спасай меня. Блядь. Ой. Турель вывалил из рук. Так, у меня патроны кончились, кстати говоря. Угу. Да. Нихера себе, вы там вызываете подкрепление быстрее, чем я. Молодца! Ой. А, серп, блядь. У меня патроны кончились, мне по-любому нужно его вызывать, блядь. Sample acquired. Supply beacon хочу. Блять. Да. Тихо, блять. Ух ты, блять. Нихуя себе меня развернуло. Завернуло, то есть. Просто вшатало. Давайте вызывайте, мужики. Один разик там можно? Роботы с... Где там? Все подобрали, да, за меня? Красота. Пушка. Блять. Кто там шмалял-то, блядь? Эсминец покинул орбиту. У нас чувак какой-то это. В смысле эсминец покинул орбиту, блядь? Оба! Это мой выстрел произошел. Не выстрел, а из пушки шмальнули. А что все недоступно стало? Главарь свалил, типа. Ух ты, с это. Мозг у которой, да? Который мозг у новослипс, но свалил, падла. Какой дропшип, давай уже улетаем.
Нам, ребята, блять, у нас вообще ничего не доступно. Я только что понял, что все стратагемы, которые вылетают, они из головного корабля выходят. Ни хера не из твоего собственного. Падла. Сзади. Сзади Зергут. Clear landing zone. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, блядь. Да все, уходим. Preparing touchdown. Все, уходим, уходим, уходим. С4, блин. Падла такая. Кинул нас. Показывают, главное, четырех бойцов и Москву здесь есть. В смысле, не должен все эвакуироваться? Шутка какая-то, что ли? Вы шутки шутите с нами? Хм. Ладно, черт с ним. Учтем, что произошло. Ух ты. Образцов вообще ни о чем собрали, блядь. То есть из этого снэк Джека, из него все вывалилось. А мы так были увлечены победой и борьбой, что даже не посмотрели. Охереть. Плохо. Он же там очень много чего собрал. Снэк Джек, блядь. Чушь какая-то произошла. Точность у меня максимальная, стратагема у меня максимальная, потому что я турелями орудую. Нихуя себе. А где этот-то? Командир-то? Московного слипста который. Москва, что делать будем? Москва меня выкинул. Сука, сука такая. Ну ладно. Я тебя понял, сука, уел, уел. Сейчас я поменяю пушку на другую, посмотреть, что там у них какие-то энергетическая какая-то хуета не появилась, а я прокачал. Вот типа энергетическая поджигатель. По коса. Непрерывно лучом. Перегретого газа. Взрывается при попадании. Я вот эту штучку сейчас возьму. Чисто побаловаться. И сам сгоняю в миссию попроще. Так, чисто посмотреть. Даже не экстрим. Просто сюда куда-нибудь. Чего? Да вообще просто авиабаза. Ценные данные. Давай на авиабазу сгоняем. Чисто оружие посмотреть. Так. Пойдем отсюда. Пушка. Пушка, пушка. Мы от кого? Автоматоны, да, блять, автоматоны, значит, сюда. Один, блять, один. Да похер, один пойдем. Собственно, это как его. Я хоть думал, взять дополнительные жизни или нет. Плевать на них. Там одна, кстати, дополнительная жизнь на бойца добавляется.
сука, прям к ним присоединился. Ой, блядь, да идите нахер, блядь. Бежим. Пошли вы нахер, блядь. Бля. Нифига себе. Пушку кинем, чтоб спасала меня. Я сейчас буду очень... Меня не мучают, сейчас будут долго, видимо. Нихера себе, в одну харю как турбо сразу стал. Угу. Блять. Что за энергетическая пушка такая интересная у меня появилась? От которой я уже страдаю. Что там происходит, блядь? Что здесь происходит? Не понимаю. Угу. Ой, нихуя себе. То есть, да я все вижу. Ребята, что происходит? Какая-то жесть. В одну харю очень трудно, даже на этой сложности. Стимов нет. Ай, блин, бежим, бежим. Пипец. Ха-ха, охереть меня. Даже на этой сложности одного ушатали. Просто в жопу. Так, какой-то чувак присоединился. Вот эту штучку я новую взял. Пушку, в смысле. Что же жесть, что за жесть? Пошли в эту. Угу. Давай-ка автопушку вызовем, потому что она энергетическая, конечно, прикольная. Но в итоге, как видите, мне по шапке надавали. Очень серьезно. Ой! Блять, сгорел. Чего ты там меня вызовешь, нет? А, он сразу иглу вызывает. Молодца. Угу. Не та пушка. Блять. Пиздец. Просто ни о чем. Даже на этой сложности, прикинь. Охренеть. Даже на этой сложности все тяжко получается. Он такой думает, блять, нахер я к этому придурку присоединился. Поджигатель. Какой нахер поджигатель? Ой, какая беда, беда, огорчение. Пушку дайте мне. Где эта херня? Сзади, вот она. Все, идем, куда ты там показал? Давай, идем туда, выполняем задачу. Плевать уже. Брр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 рrr
Пулеметчики сейчас начнут херачить. Я хочу эту штуку сам взять. 6. Ух ты, сука. Пизда, блин. Сильный. Ой, что там? А, у него такая же пушка просто. Че, я правильно, да, сделал, что взял этот автоматическую хероту? Стимул, блядь. Ух ты, блядь. Как здесь не очень приятно, мужики. О, вызвал. Ой. Чего там? Блять. Ни хера не видно. Дропшип это понятно, блять. Сука такая. Блять. Откуда у вас столько, сука, танков-то? А я ничего вызвать не могу. Ой. Дай. Бежим. Бежим, блядь. Четко бежим. Уходим. Суки такие, а. Все, на турелях только держится наша. Ой. Ой, сука такая. Уа, танк полетел. Я ему прям по яйцам, пардон, ударил. Самое нужное место. Блять, лазеры полетели. Где там? Freedom Forever, да. Все, я готов. Чего у вас там опять происходит? Какой-то армагеддец. Так, за стеночкой вызвать никого не могу. Побежали. Выдвигаемся. Автопушку туда. Падла. Далеко какие крепкие оказались, блядь. Изготовитель автоматонов. Сейчас мы. Блять. Размочили. Козлам. Так, вот самая крутая пушка. Ой! В смысле, блять? Прикинь. Сам по себе подорвался. Я что сделал-то? Я ж выстрел не произвел, я перезаряжался. А, турель выстрелил. Сука, догадался, да. Стоило бы догадаться. Твоя собственная волшебная турель, которая тебе дает большой процент попаданий, она прям сейчас тебя ушатала, блядь, пиздец. Давайте пушечку подберем. Ну, ладно. Вот это вот меня и вшатало, блядь.
Рюкзак. Рюкзак. Чё ты там смотришь-то? Эй, чувак. Стоит что-то, блин. Стоял. Ну, может, не знал? Я тоже же одно время не знал нихера. Ой! Нормальная отдача. Я тоже одно время не знал, что туда можно стрелять. Я туда гранаты пытался все время закидывать. Было смешно, когда я не попадал. Ой. Так, уходим. Блять, куда кинуть? На туда. Чё там? Турель автопушка. Автопушку мы кинем туда. Пусть там развлекаются. Охуенная пушка, просто заебись. Ой, вы там что взрываете, мужики? Давай без этих, без особых приключений. Вот он стреляет, кстати, с такой же пушки, как у меня. Да они все умерли. Ой, чё? А если бы? Чё ты там, пацана, Ой, блять, я понял, все хорошо, да? Взрывается нормально. Молодца. Десантные корабли, говорят, уничтожьте какие-то. Какие десантные корабли? Какой терминал? Где терминал этот? Волшебный, блин. Я просто такую на таком задании в первый раз. Десантные корабли уничтожьте, блин. Сейчас, погоди, все уничтожим. Передо мной прям что-то происходит. Я сейчас турель наставлю. Вы там давайте... А, так вот, блядь. Угу. Блядь. Угу. Они просто тоже, как я, видимо, не шарят. Чё там? Вызывается, да? Диверсионное программное обеспечение. Чё сейчас произойдет? Блять, даже не знаю, куда убежать, блин. Сейчас пизданет или что произойдет? Ага, пиздануло. И? Пошли, говорит, другое место. Я понял, ладно, пошли, чуваки. Ой, да. Как нам трудно. Я еще сложность-то взял попроще, на две. И как нам навтыкали, видали, да? Вообще просто нормально, блядь. Мы уж расстроились чутка. Чуть не сдохли, 6 этих высадок осталось. Турель пошла. Никак вас много, бля. Ой, я свою собственную турель только что подорвал. Красавчик, бля. Ай. А, бля, пиздец, бежим.
Ну, бля, дурак. Во-первых, собственную турель подорвал, во-вторых, сунулся. И этот, как этот тоже. Пушку. Пушек сейчас накидаем вам, ребята. Ахер, я что накидаю? У меня все на перезарядке, блядь. Где там моя пушечка? А, там, за камушком, блядь. Гатлинг. Пушечка, давай там всем. Покажи Кузькину мать. Че, там они умерли, блин, уже все. Кузькину мать. Показали. С таким количеством. С таким количеством этих дроп-подов дополнительных нам бы, блядь, хотя бы эту миссию закончить уже было бы неплохо, я вот так вот скажу. Бля. О, турель надо сюда. Какой? Сука. О, бежим. Пиздец, ну я дурак. Уходим. Сука. Пиздец, ну я дурак. Угу. Ну, иди в жопу нахер. Турель. Перезарядка, нормальную пушку. Как-то тяжко даются, ребята. Я даже не знаю, что по этому поводу сказать. То нормально играем, то какая-то жопа начинается. Даже поджечь все смог. Угу. Разлетелась херня. Давай туда. Блять. Туэль кинем. Хотя бы хоть как-нибудь. Все, вымерли, блядь. Падлы. Перезарядка. Чё там? Что за сука убивает? Хуйня происходит. Ай! Блять! Он там что-то вызвал. Петю огненную. Бежим! Бля, зарезали. Тупо. О, еще и свой зарезал. Красота. Красота, ты что делаешь-то? Бля. Ну что за чушь? Лендинг. Пушку туда кинем. Пушка у меня уже орудует одна. Main objective, New York position. Где мои пушки, блин? Вон они валяются. Поджигатель насрать.
Автопушка, вот не насрать, все, пошли. Будем кузькину мать показывать. Там что-то у чуваков осталось. Валяться. Пушка, автопушка еще туда пошла. Что здесь? Аппарат «Сторожевой пес» идет нахер, рвень идет нахер. Припасы возьмем. Ой. Давай. Все сломали, блин. Чего ты куда собрался, блин? Я бы на... Ой, блин, тихо, нет. Блять, вы не видите, что творится, блять. Ух ты, сука. Они просто не видят, куда бегут, блять. Нет, бля, ребята, вы какую-то чушью сейчас занимаетесь. Никакой. Все, идем туда. Я иду туда, вы как хотите. Хоть кого вызывайте, у нас один вызов остался последний, блядь. Ну, сейчас один сдохнет, еще один под это подкопится, одна зарядка, а потом все, пиздец, пардон. Убьют нас нахер. Бежим. Вояки, блядь, хуево. Сука, я патроны не взял. Вот они там воюют, кстати. На, вон туда. На помощь, если что. Дальше, надеюсь, сами как-нибудь разберетесь. Я вызываю. Че ты куда собрался? Нихуя ты, блядь. Ты слишком уверен в своих силах, чувак. Не, ну все правильно, если сможете что-то сделать как бы по красоте, но я вызываю дропшип. Не сможете, я улечу. Сможете, молодца. Блять, все, стамина кончилась. Идем. Высадка ботов. Высадка хуёботов, блин. Сейчас трудно нам будет. Чек. Бежим. Хоба, устали. Так, дура есть. Что еще можем вызвать? Да хер мы что можем вызвать. Это. Типа вспомогательная херня. Все, поехало. 3 минуты, кстати. Вдруг стала эта херня. Почему-то 3 минуты, вроде раньше меньше было. Так, давай кинем туда турель. Так, что можно еще вызвать, блять, они там войну опять устроили. Сука, очень плохо, ракетную турель. Кто умер-то? Ха-ха, самый дальний умер. И выбросил все эти образцы. Ну, молодца. Зря он туда сунулся, вот что я скажу.
И куда вы вызвали-то, блин? У нас ребята все сразу, пардон, сразу с самого начала мне пошло, надо нам сваливать просто. Я взрывную волну его кинул. Как говорится, не могай понять умке. Ой, блядь, сзади выстрельба идет. Че за хуй-то? Смысл это? Вполне понятная херня, но вы это. На вам пушку. Бля, какая-то херня происходит. Я просто уже, ребята, хочу сегодня улететь отсюда живой. С тем, что, блядь, какую мелочь собрали. Какие мы эти дебилы, слабаки. Что еще сказать нам про нас, можно сказать. Блять. Ой. На нахер. Сука. Он меня уже второй раз подбил. Этот придурок меня уже второй раз подбил. За эту миссию. Так, выходим. А, у него пушка сработала. Турель, видимо, как у меня. Я сейчас шутку скажу, которую говорит Картман. Screw you guys, I'm going home. Дебил какой я. Сука. ЕЗ-шот 101 вообще ни в чем не виноват, но мы его бросили. Да, Дон Дада меня два раза подбил, сука такая. И вот мы с ним эвакуировались. Они ни в чем не повинны, чувак остался сзади, блядь. Пиздец. Разочаровывающая служба, да, я согласен. Я сейчас, ребята, от вас дисконнекчусь. Мне как-то это... Какая-то жопа. А не бой произошел. Отправлюсь я сейчас домой. Пиздец какой-то. Ну вот такая статистика. Все, давай, ребята, давай покеда. 3 минутки или 2 минутки перерывчик.
там. Как? Что за личный приказ? Вы что? А это ты что нахер? Почему он нахер не пошел? Адмирал флота. А где его можно выгнать, блять? А можно его как-нибудь выгнать? А исключить? А, все, понял. Пел. Все, пошел он нахер. Это который меня два раза подбил, кстати. Сложность сразу меняем на нормальную, блять. В смысле, блять? А, вот. На самоубийство и к кому-нибудь присоединяемся. Уже не получится свои собственные три миссии погнать про времени. Так, прочкарло, автоматоны. Меняем пушку сразу. Вот эта хуета, которая у меня была, не нужна. По миссии, что у нас там? 40 минут. Значит, берем ту, берем пушку. И турельки. Турельки, автопушка и это. Мужики, давай-ка я пока так возьму. Поехали. Это типа это. Оружие последнего удара. Вдруг им там это не хватает количества высадок. Да, не, они только что высадились, блядь, и уже умирать начинают. Пиздец, ребята, вы что делаете-то? Нихуя себе. Тут, сука, лазеры какие-то и башат во все стороны. Ребята, вы что делаете? Так, хорошо. Зайца, куда идем, блять? Вы хоть поясните, я ничего не понимаю. Подтвердите местоположение. На. Сбоку урон получил. Просто прикольно. А, там их лазером хуячат во все стороны. Где я нахожусь? Ага. Сюда пушечку кинем. Пиздец вам. Тихо, тихо, тихо. Вызвал с турели, все не туда. А, блядь. Чё, ты сюда прилетишь или куда? Да, пошел. Ух ты, сука. Это пизда деревянная. Железная, то есть. Ой. Вот у меня против таких никакого оружия нет, сразу скажу, да. Я там. Вот орбитальных ударов против него у меня не имеется. Вот ему хребет. И, блядь, второй пришел. Тихо. Оп. Патроны кончаются, ёпта, вы чё, куда попёрся-то, дебил? Ой. Хорошо, что как-то нехорошо, ребята. Блядь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Блядь, пиздец. Тихо, жесть, жесть, жесть. Нормально получилось. Эй, не попал. Вернее, попал, но там не сработало. О, блядь, пиздец, ребята. Нахер идите, а?
Нау, турель. Сука. Нау, автопушку. Развлекайтесь, блядь. Сука, блядь, попало. Ты что там вызвал-то? А, сейсмический зонт. Нау, вам еще пушку туда. Sending down sentry. Прям так нравится голос такой клевый, блядь. Ну, Бубару, может быть, даже замуж вышел за чувака с таким голосом. Шучу. Где моя автопушка? А, вот она. Sending down sentry. Чё, а, пошли туда. Пацаны, блядь, меня бросили. Погодите, дать перезаряжусь. У меня еще 4 обоймы осталось. Вот, с нормальными чуваками. Но вот этой сложности все нормально получается. Без вот этих ваших, блядь, приколюх. Сука, ничего нет. Destroyed. Кто там, сука, кому глаза выдрать? А, все, иду. Зелененький, J4, блядь, пацаны, все свои. А, ты прикинь, все мне дал. Красавчик какой. Блин. Даже ничего не попытался сделать. Зелененький. Он какой левел, интересно? Ему на все плевать, что ли, да? Настолько он заебательский чувак, что просто на все плевать уже или как? Надо посмотреть, зеленый какого левела. Первый чувак, который никуда не сунулся, просто дождался пока что и сам все сделал. У вас там, ребята, что-то взрывается. Второй вызвали. Пошли синенькими, да, туда сгоняем. Турелем кину, чтоб жизнь облегчить. Обычную турель, мужики. Ты чё там как... Блять. Нихера себе. Чё, всё? Все у тебя зергут? Молодца! Синенький, ты за мной идешь, ты же сам туда цель поставил. Хоба. Пиздец. Ай! Турель сюда кинули. Дальше сами. Сука. Вот для чего турель нужна. Блять, ебаный дропшип. Для дропшипа нужен ни хера не гатлинган. Для дропшипа нужна автопушка хотя бы. Вот она. А лучше ракетницу ебучую, блин. Вот сюда кинем. Разбирайтесь, мужики. Блять, сами мне показали цель, главное сюда иди, я иду. Так, давай эту херню сломаем. Давай. Есть. Сука, нет. Не идем. Теперь идем. Кинуть что есть, кинуть нечего. Гоу. Мужики. С одного выстрела выложил эту херню, а. Блядь, зайца. Молодца. Не зайца, а молодца, надо говорить.
Турель расхерачена. Вкус свободы. Напоминает кока-колу. Блять. Ну ладно, пойдем. Сейчас, блять. Ой, да. Ужалились. И пошли, блять. Поехали. Это, кстати, половина турели мои, которые там орудуют. Я молодец. Сейсмосканирование. О, они уже все сделали, молодца. Блять, они оранжевый что-то там делает. Ай, блять, идите, не трогайте меня, я это нервный становлюсь. Когда вы мне нервы делаете, блять. Хоба! Сука! Я оказался единственный. Пушка. Пиздец вам, долбоебы. Железные нахер. Что у нас есть? Ракетная. Но вторая ракетную одну оставлять нельзя. К ней всегда помощь должна быть. Нужно начинать, кстати, вот с этой, с оранжевой, ой, с вот этой штуки, она потому что на возвышенности находится. А потом уже идти до синенькой. Синенькую расхерачили, зеленый. Зеленый куда-то пошел. Блять, пиздец. Уходим. Сейчас мою турель расхерачат. Синенький мне помог чем-то там. Сзади. Что-то сзади происходит, блядь. Нехорошее. Ой, блядь. Пошли вы в жопу. Отстаньте. Ничего не... Молодца. 30 секунд. 30 секунд. Что-то можем сделать тогда. Дропшипс, хуёпшипс, блять. На. Ай, блять. Блять, что там? Нет, автопушку смысла нет выжимать. Вы что вызывать? Есть кто живой, бля? Сука, вы что здесь творите-то? Ай! Все, уходим, блин. Уходим, перезаряжаемся. Не вышло. С наскока не получилось, блядь. Турель, блядь, не туда кину. Автопушка. Сука такая. На, блять, в смысле на патроны кончились. Чё вы там шмаляете, блять, дурачё? Угу. Нахер, блять, лазерные лучи ваши. Хоп. Молодца! Ух ты, сука! На! Блять! Что за лазерная херня? У меня очень хорошая пушка, прям
Блять, отлично, сука. Ой, прям. В лобешник ему дало. Сука, чё там? Пошли вы нахер! Нифига себе! Блять, присядь! А, патроны кончились, ничего себе! Да, блядь. Перезарядка. Пошли, блядь. Новый гатлинг туда, чтоб не скучно было, как обычно. Блять, сейчас гатлинг меня не скучно устроит. Давай, гатлинг. Угу. Ракетница. Блять. Пушечка. Молодца. Так, что-то там осталось. Это, блядь. На. Сука, лазерные. Ну ничего не понимаю. В смысле, все понимаю. Накидница. Деревянные, блядь. О, ты куда побежал, блядь? О, готов. Вообще, с этой пушкой вообще никаких проблем не стало с подрывом роботизированных этих фабрик. Я вроде до этого все время гранатами бросался, и половина мимо летит. Очень трудно было. А с этой пушкой вообще красота. Чего там? Куда ты вызвал? Там все мертвые. Так, вызывать ничего не требуется. Бежим. Просто бежим. Учусь пользоваться этой хуйней. Ее, кстати, раньше не было. Быстрые припасы, бежим. Че там, бежит чувак зелёненький, да? Вызываем. В смысле, я здесь кину ее на подходе. Молодца! Вы там с кем воюете? Бля, ни хрена себе! Бля, нихуя себе, у вас чего, вы что устроили-то здесь? Блять! Ни хера себе! Вот это жесть! Чё за жопа?
Они там что-то вызвали сами по себе, придурки. Свои, в смысле. Вон, вон, взрывы, блядь, начинаются. Жопышники. Все подожгли. Охренеть. Не могу я понять у Юке, как говорится. А проще, проще надо быть, ребята. Мальчики, пальчик-то помягче, помягче надо быть. Сука. Ну ничего я вызвать не могу. Ладно, будем сейчас валить сбоку. Ай. Ой, блядь, у вас что-то что-то сломалось, блядь. Мужики, блин. У вас что-то сломалось, блядь, ухожу. У! Сука. Ай, граната. Пизда, блядь. Граната полетела, блядь. Тихо, тихо, давай только не сгорим. Блядь. Автопушка. Кто там, откуда и прется? Блять, пиздец вы, ребята. Устроили цирк с конями. Охуеть. Блять. Что? Одна секунда. Поехали. Блять. Ты куда вызвал-то, блин? Ой. Пиздец. Это куда ты упал сам? Ай, уходим. Сука. Сука такая, уходим. Зелененький успеет, нет? Лос, лос, лос. Молодцы, левелаплы, левелаплы, левелапы хапнули по красоте. Я задний стою. Чувак выглядит как я, кстати. Где там? Чик, убийство, больше всего у меня. О, у этого. Он выглядит, который так же, как я, выглядит. У него, блядь, больше всего выстрелило. Попадание больше всего. Нихуя себе. Красавчик.
У него шлем такой же и это. Костюм такой же, как у меня. Плащ другой, правда. Шуаман написан. А, это я к нему присоединился. Так, автоматоны, да? А, у него чуть другая броня просто. А броня у меня. Так, автоматоны, да, автоматоны. Берем, значит, автопушку и как обычно. Черт с ним. Нет. Каламити Конор какой-то. Шуаман. Шуаман. Сидит, что-то выбирает еще, смотри-ка, блин. Падла такая. Пиу-пиу сделали, выходим на орбиту низкую. Все граждане равны, но адские десантники равнее. Вот так вот там написали. Блять. Связи нет, нихуя себе, блять. Вот это было прикольно. Я еще так не высаживался, чтоб связи не было. Чего, блядь? Сэмпл коллектор. Давай мы это, сломаем там голову кому-нибудь. Блядь. Мы ничего вызвать не можем, эй. Нахуй там, блядь. Да мы вызвать никого не можем, блядь. Подожди, блядь, ссаться. Сука. Нахер. А вы как вызывают? Откуда вы вызвали-то, блядь? Reinforcement, блядь. Падлы. Загрузку данных начните. Сейчас начнем. Подождите, блядь. Сука такая. Угу. Одна граната мимо улетела. Ух ты, блять. Пиздец. Пиздец нахуй, блять. Чё там у нас? Козлина. Ой. Пиздец, попал. Я думаю, не достанет огнеметом. Wait,
Ладно, что, придется подождать. Нифига себе, у меня первый раз такая высадка была, когда ты с самого начала не можешь никого вызвать. А, так, блядь, местность просто. Этот чувак местность выбрал. Сейчас завалит его. А, оба, вызвало. Вызвали. Куда там? Автопушка. Подожди, блин. Сейчас, подожди, не ссать. Попробуем помочь, чуваки. Попробуем, чуваки, помочь, блять, не помог. Пизда ты, блядь, кривая. Да, отбегаем, да, отбегаем, чтобы своего вызвать. Турель не сработала. Какая сна, ну ты молодец, кстати, сентри вызвал, да, молодца. Правильно сделал. Пошли вы в жопу нахер, роботы сраные. Стамину сейчас восстановлю. И каждому ключицу выдерну, блядь. И закушу. С супом, блядь. Постараюсь, по крайней мере. Угу. Барбекю. Пошел ты нахер. Угу. Угу. Уходим. Ты со своим огнем, блядь, идешь нахер, блядь. Чё ты какой мощный-то, а? Сука такая. Угу. Блядь. Какой-то пиздец. Это какой-то пиздец. Я не знаю, что у меня гранат не осталось, блин. Мужики, я не знаю, блядь. Нам сейчас пиздец будет. Пиздец нахуй, блядь. Вот так вот. Чё вызывать можно? Блин. О! Турель! Гатлинг обычный. Своего вызвали. Так, чё ещё у нас остаётся? Ещё одну могу вызвать турель. Какую-нибудь. Ага. На. Как нас уродуют просто вообще. Как щенков, сука. Вызываем. Блять. Вызвался, нет? Как щенков просто ебануться. Все, живые есть? Жесть! Вон оранжевый там. Помощь ждет, видимо. Да. Сопли. Соплю вызвали, блин. Блядь. Какие вы крепкие, ебануться просто. Чё ты нам со своим электричеством? Так, там взрыв сейчас будет. Угу. Блять. Сука, вторую вызвал.
Freedom Forever. Да, знаем мы Freedom Forever. Получите коды доступа. Я, мужики, не знаю, как вам там с вами уже справляться, честно говоря. Дай-ка это... пушечку себе вызову, блин, которую не получалось. Пушка, сука, спасла меня. Меня пушка спасла. Чё там у нас? Давай расхерачим вам. Пошёл ты, блядь. Оп. Ха, чувак какой-то нас покинул нахер. В ужасе просто. Чувак какой-то нас в ужасе покинул. О. Пизда, блядь. А, вот давай. Вот. Сука, нас бросили. Нас бросили, мы двое остались. Значит, надо это. Турель. Мужики, мужики, нам, блядь, надо просто отсюда свалить, нахуй. А чё, откуда вызываетесь-то? Нас все покинули, блядь. Да хорош ты, чё ты один-то? Он там один в одну харю что-то херотой какой-то занимается. Чё ты орёшь-то, блядь? Он стоит, кривляется, чё-то. Блядь, слушай, у нас что-то подвисло, видимо. Если я правильно понял, блядь, у нас что-то подвисло. Так, турель есть. Да бежать-то я просто не понял. Макс, замки. А это я ору или кто, блядь? Ой. Бежим. Пусть турели орудуют. Я что, зря их просто навызывал, что ли, блядь? Разломало. Позвоночником. Мужики. А это мой орёт до сих пор, прикинь. В общем, глюк какой-то. Реально глюк. Куда пилить? Чего пилить? Непонятно. Там что сломать можно? Давай что-нибудь сломаем. Раз туда нас затаскивают, блядь.
На нахуй, падла. Ой. Deploy the Hell Diver. Какой Deploy the Hell Diver, блядь? Freedom Forever. Freedom Forever, это да. А где? Высадка ты ебучая ваша. Прикинь. На, пушку. Развлекайтесь с ней. Блять, у нас какой-то глюк возник. Мы ничего не можем сделать, да? Высаживай. А, вот. Может, я как раз к таким примерно темам пытался подсоединиться, с которых меня выбрасывало. Да, все зависли. Ничего не убирается, ну. Бля, мы реально здесь застряли. И синенький, блять, а видали, выбрасывает. Я же живой бегал. Пипец, то есть глюк. Глюк на глюке. И сейчас нас выкинет. Заебца. Ну и на сегодня хватит, видимо, ребята. Пока-пока.